Всем привет! Пришла довольно интересная посылка с сайта AliExpress. Так, здесь должен находиться термометр с беспроводным датчиком. Шла 18 дней и так номер отслеживался. Вот так упаковано. Чуть-чуть коробочка, уголок помялся. Так. Датчик и второй датчик. Здесь есть мануал на английском языке. Так, вот этот вот комнатный с экраном. Имеется такая подставочка. Этот второй выносной, который ставится где-либо на улице или в том помещении, где нам нужно знать температуру. Так, батарейки здесь вставляются две резинчиковые, типа 3А. Так вот, показывает температуру комнатную. Сейчас ставим еще в этот выносной датчик. Крышка здесь прорезинена, чтобы не попадал дождь, снег. Так, здесь также точно такие же две батарейки типа 3А. Довольно плотно закрывается. И вот появилась здесь тоже температура. Диапазон измерения у этого, который в комнате находится, от 0 до 60 градусов. У выносного от минус 40 до плюс 60 градусов по Цельсию. Так, расстояние в открытом пространстве они контактируют до 100 метров. В помещении, где есть стены, до 30 метров, работают на частоте 433 мегагерца. Так, и частота обновлений, работает он не все время, частота обновлений раз в минуту. Вот, давайте этот, наверное, положим, например, в холодильник. Сверху показывается температура там, где находится сам датчик. В данный момент он находится у меня в холодильнике. Снизу комнатная температура. Общался с человеком, у которого он находится уже 3 месяца. Батарейки он ни разу не менял, хотя были морозы до минус 20. Как у нас будет, покажет время. Также на тыльной стороне имеется отверстие под гвоздик на обоих датчиках. Ссылочку оставлю в описании. Подписывайся на канал. Всем пока!